Я ехал в отпуск. На второй день к вечеру приближался к месту моего назначения город Соловец. Вы нас не подбросите до Соловца? Ну, давайте, садитесь. Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло на заднем сиденье. Благодетель, дверцу прикройте получше. Плащ подберите, а то у вас плащ защемляет. До Соловца километров 10? Да, или немножко больше. Дорога, правда, неважная для грузовиков. Дорога вполне приличная. Мне обещали, что я вообще не проеду, а по этой дороге даже осенью можно проехать. Здесь, пожалуй, а вот от Коробца грунтовая. Спасибо. Фабрика Клары Цеткин. Вы из Ленинграда? Да. Путешествуете? Путешествую. А вы здешние? Коренные. Я из Мурманска. Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск одно и то же, север. Нет, почему же? В Соловце будете останавливаться? Конечно. Я в Соловец и еду. У вас там родные или знакомые? Нет, просто подожду ребят. Они идут берегом, а Соловец у нас точка рандеву. Держитесь крепче. Не всякий бы поехал по такой дороге на собственной машине. Я бы поехал. А, так это не ваша машина. Ну, откуда у меня машина? Это прокат. Понятно. Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного. А где интересно, там нет асфальта. Да, конечно. И глупо, по-моему, делать из машины идола. Глупо? Но не все так думают. А где вы работаете? Я? В институте. Программист. Колоссально. Программист? Нам нужен именно программист? Слушайте, бросайте ваш институт и переходите к нам. А что у вас есть? Что у нас есть? Алданты. О, богатая машина и хорошо работает. Да как вам сказать? Понятно. Собственно, ее еще не отладили. Вот оставайтесь у нас, отладите. А переход мы вам в два счета устроим. А чем вы занимаетесь? Как и вся наша наука, счастьем человеческим. Понятно, всем с космосом. И с космосом тоже. Добра добра не ищут. Столичный город и солидная зарплата. Не надо мерить на деньги. Да нет, я пошутил. Это он так шутит. Но лучше, чем у нас, вам нигде не будет. А почему вы так думаете? Уверен? А я не уверен. Но мы еще поговорим на эту тему. Вы долго пробудете в Соловце? Дня два максимум. Вот на второй день и поговорим. Лично я вижу в этом перст судьбы. Шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены. Послушайте, вам действительно так нужен программист? Нам позарез нужен программист. Ну, хорошо, я поговорю с ребятами, я знаю, недоволен. Но нам нужен не всякий программист. Программисты народ дефицитный, избаловались. А нам нужен небалованный. Да? Это труднее. Нам нужен программист А. Небалованный. Б. Доброволец. И С, чтобы согласился жить в общежитии. Д. На 120 рублей. А как насчет крылышек или сияния вокруг головы? Вот и Соловец. 9 часов. Где вы собираетесь ночевать? В машине переночую.
А магазин у вас до которого часа работают? Магазин у нас уже закрыты. Можно в общежитии. У меня в комнате свободная койка. К общежитию сейчас не подъедешь. Слушай, а может быть его трансгрессировать? Ну-ну, это тебе не диван. Ты не Кристоболь Хунта, да и я тоже. Ну, вы не беспокойтесь, я пересплю в машине не в первый раз. Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже 4 ночи спал в спальном мешке. Слушай, хо-хо, из Накурнош. Правильно, на Лукоморье. И богу, я пересплю в машине. Вы переспите в доме, на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить. Не полтинник же вам совать. Смотрите, вот наш проспект Мира. Следующий переулок направо. Улица у Лукоморья. Стоп! Вот мы и приехали. Вы оставайтесь здесь, а я пойду и все устрою. Право не стоит, а? Никаких разговоров. Слушай, Володя, держи его на мушке. Ногах памятник соловецкой старины. Улица Лукоморья, дом 13. НК Горыныч. Код не работает. Администрация. Какой код? Комитета оборонной техники? Вы, главное, не беспокойтесь. Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке. Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить. Благодетель, все в порядке. Вот вы и дома, заезжайте. Куда? Хозяйка, поздоровали бабушка Наина Свет Киевна. Здравствуй, здравствуй, внучек. А это значит и будет новый программист. Здравствуй, Вазюшка, добро пожаловать. Таким вот образом, Наина Киевна, надо нашего нового сотрудника устроить на 2 ночи. Позвольте вам представить. Да не надо, сама вижу. Привалов Александр Иванович, 1938, мужской, русский, член ВЛКСМ, не участвовал, не был, не имеет. А будет тебе, алмазный мой, дальняя дорога и интерес в казенном доме. А позолоти ручку, Яхонка. Можно звать просто Сашей. А где я его положу? В запаснике, конечно.
А кто отвечать будет? Новина Кина, мы же с вами договорились. А ежели он что-нибудь стибрит? Тише вы, это же наш новый программист, комсомолец, ученый. Это же неловко как-то, а? Не беспокойтесь, все будет отлично. Не, я, пожалуй, поеду все-таки. Не может быть и речи. Все уладится, просто бабки нужна мзда, у нас с Романом нет наличия. Так я заплачу. Нет, нет, ни в коем случае. Вот он уже идет, все в порядке. Все в порядке, пошли. Неудобно как-то, она все-таки не обязана. Обязана, а? Обязана. И расписочку, чтоб сейчас же. Принял, мол, то-то и то-то от такой-то. Каковая сдала выше указанное, ниже подписавшемуся. Скатерть, инвентарный номер 245. Вы еще каждую половицу запишите. Стол обеденный. Печь вы тоже будете записывать? Порядок нужен. Диван. Так, формальности закончены. Мы писали, наши пальчики устали. Вы раздеваетесь, ложитесь спать. Что вы завтра делаете? Жду, ребята подойдут. Где вы их ждете? Здесь, около почтамта. Завтра вы, наверное, не уедете. Завтра вряд ли. Скорее всего, послезавтра. Ну, в таком случае наша любовь еще впереди. Боюсь я, батюшка, что ты ночью зубом цыкать станешь. Ну, папка, не стану я цыкать, я спать стану. А, ну ложись и спи. Деньги только заплати и спи. Сколько с меня? Ну, рубль положим за помещение, полтинничек за постельное белье мое, но не казенное. Ну, за две ночи выходит 3 рубля. А сколько от щедрот накинешь за беспокойство, я уж и не знаю. От щедрот пока рубль, а там видно будет. Вот 5. Вот тебе сдача, батюшка. Рубль. Медиками можешь не пересчитывать. Ой, да не стану я пересчитывать. Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Засиделись мы с тобой сегодня, спать пора. Спать так спать. Плескаться больше не будешь сегодня. Холодно. Пора байки. Thank you.
понял, что спать мне совершенно не хочется. Хочется есть. Соус пикантный. Полстакана уксуса. Две луковицы. Перчик. Подается к маленьким бифштексам. Вот подлость. Ведь не просто к бифштексам, а к маленьким бифштексам. Боже, как хочется есть. Откушай, батюшка Александр Иванович, откушай, чем Бог послал, со мной переслал. Марина Кирилловна, зачем же был так беспокоить себя, а? Кушай, батюшка, кушай на здоровье. Марина Кирилловна, вы меня спасли от голодной смерти. Поел? Великолепно поел. Огромное вам спасибо, вы себе представить не можете. А что тут не представлять? Поел, говорю? Давай свою тарелку. Тарелку, говорю, давай. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, корми вас тут за пожалуйста. Я могу заплатить. Заплатить? А если за это и не платят вовсе? И нечего врать было. Простите, как так врать? На, сам говорил, что цыкать не будешь. Покатаюся, поваляюся. Ивашкиного мяса поевши. Ну-с, так. В некотором было царстве, в некотором государстве был жил царь по имени... Ну, в конце концов, неважно. Скажем... Пуэкт! У него было три сына царевича. Первый, третий был дурак, а вот первый... Хорошо. Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын, дурак, естественно, отчаянное положение. Ведь кое-что помню, будешь чем полакомиться, коль на обед молодец нужен. Откуда бы это? А Иван, сами понимаете, дурак отвечает, коль на обед молодец нужен. Эх ты, поганое чудовище, не уловивший белого лебедя, да кушаешь. Потом, естественно, каленая стрела, все три головы долой. Иван вынимает три сердца и привозит. Кретин. Их домой матери. Каков подарочек, а? Ох, склероз проклятый. Кот мучился несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной песенки, ни одной сказки он не знал больше, чем наполовину, но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, французские, я бы даже сказал, африканские песни, притчи, баллады, сказки, припевки и романсы. Склероз приводил его в бешенство. Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... Вот с этими именами у меня особенно отвратительно. Абу, Али, кто-то, Ибн чей-то. Ну, хорошо, скажем, Пуэкт. Пуэкт Ибн... Пуэктович. Нет, все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним. Начнем другую. Единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик». А единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был дом, который построил Джек в переводе Маршака. И то с некоторыми купюрами. Труд? Труд?
и труд. Только труд. А в поле сам плужок ходил. Мяу, затем плужком сам мяу. Сам Господь ходе или броде? Алло? Это кто? Чего? Это кто? А кого вам надо? Это из Накурнош? Что? Я говорю, это изба на Курнагах или нет? Кто говорит? Да-да, изба, кого вам надо? О, дьявол, примите телефонограмму. Давайте. Записывайте. Одну минуточку. Возьму карандаш и бумагу. О, дьявол. Слушаю. Телефонограмма номер 206. Гражданке Горыныч Наине Киевне. А, одну минуточку. Не так быстро. Киевне дальше. Настоящим предлагается вам прибыть сегодня, 27 июля сего года, в полночь, на ежегодный республиканский слет. Записали? Да. Первая встреча состоится на Лысой горе. Форма одежды парадная. Пользование механическим транспортом за свой счет. Подпись. Начальник канцелярии ХМВ. Кто? Ви. ХМВ. Не понял. Ви. Хрон Монадович, вы что, начальника канцелярии не знаете? Не знаю. Передайте по буквам. Дьявольщина. Хорошо, по буквам. Вервольф, Инку, Пыбику, Скратки. Записали? Кажется, записал. Получилось ВИИ. У вас что, полипы? Не понимаю. Передаю по буквам. Владимир, Иван, Иван, Краткой. Правильно. Передала Анучкина. Как, кто вы такой-то? Кто принял? Да. Привалов. С приветом, Привалов. Ага. Давно служишь? Собачки слушать, я работаю! Ну-ну-ну-ну-ну, работай, на слете встретимся. Все происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограммы и все ночные события. О подобных случаях я где-то что-то читал, и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные сказочные обстоятельства, казались мне чрезвычайно раздражающе нелепо. Вместо того, чтобы полностью использовать заманчивые перспективы, открывшиеся для них случайным случаем, они терялись, пугались и торопились вернуться в обыденное. Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с говорящим зеркалом. У меня было несколько вопросов к коту Василию. И русалка из колодца представляла определенный интерес. Одним словом, я не знал, как развернуться события, и уже был готов с энтузиазмом окунуться в них. Опять на рынок поволочешь? Дай же ты мне покой, ненасытная. Ну сколько можно? Только приткнусь отдохнуть да подремать. Тащит. Ведь я щука не молодая уже, постарше тебя буду. И жабры тебе не в порядке. Было очень странно смотреть, как она разговаривает. Совершенно как щука в кукольном театре. Видите ли... Ой, кто это? Это я. Я здесь случайно. Я намеревался помыться. Помыться? А я думал, опять старуха. Не вижу я, старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Ну, а кто ж ты будешь? Я турист. А, турист. А я думала, опять бабка. Ведь что она со мной делает? Поймает меня, волочит на рынок продавать, якобы на уху. Ну, что мне остается? Конечно, говоришь покупателю. Так, мол, и так. Ты меня отпустишь, я тебе послужу. Скажи только,
по щучьему веленью, по моему хотенью. Ну и отпускают. Которые со страху, которые по доброте, а другие по жадности. Ну, что просить-то будешь, служивый? То кто проще чего? А то просит телевизоры какие-то, да транзисторы. Вадим, так совсем обалдел. Выполни, говорит, за меня годовой план на лесопилке. Года мои не те дрова отпилить. Скажите, пожалуйста, а как вы делаете ваши чудеса? Какие такие чудеса? Ну, это исполнение желаний. А, это как делаю? Ну, обучена с измальства, вот и делаю. Ну, откуда я знаю, как я делаю? Золотая рыбка, он еще лучше делал, а все равно померла. От судьбы не уйдешь. Что, от старости? Какой там от старости? Молодая была, крепкая. Бросили в ее служивой глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Вот ведь как оно бывает. Ну, так отпускаешь меня или как? Душно что-то, глаза будет. Конечно, конечно. Вас как, бросить или в бадье? Бросай, служивый, бросай. Ну, а ежели там скатит самобранку или, допустим, ковер самолета, так я тут буду, за мной не пропадет. Я размышлял. Тощие брошюрки общества знаний приучили меня к мысли, что разговаривать животные не могут. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных, даже попугаев. И вот тут щука, кот Василий и даже неодушевленные предметы в комнате. Впрочем, неодушевленные предметы разговаривают как раз часто. И это предположение никогда бы не пришло в голову, скажем, ну, моему прадеду. С его прадеда точки зрения говорящий кот – вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик радиоприемника, который хрипит, воет, музицирует и разговаривает на всех языках. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких, это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Когда пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше. А поэтому главное – думать. Ти-ли-ли, ти-ли-ли, а драконов повезли. Ти-ли-ли, ти-ли-ли, а драконов повезли. Ти-ли-ли, ти-ли-ли, а драконов повезли. Повезли родимого батюшку. Каждую пятницу возят. Кого повезли? Куда? Батюшку моего, Змея Горыныча. На полигон. Все экспериментируют, делать им больше нечего. А, Наина Киевна, вам там телефонограмму передали? Это от кого же? От Хаймвия. А насчет чего? Да у вас слет какой-то сегодня на Лысой горе. Форма одежды парадная. Правду? Да. А где телефонограмма? А вон там. На столике у телефона. А насчет взносов там ничего не говорится? Это в каком смысле? Ну, что следует погасить задолженность с 1700. Нет, 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 такого ничего не говорится. Ну, хорошо. Да, а с транспортом как? Дадут машину или что? За свой счет. Скопидомы. Метлу в музей забрали. Ступу не ремонтируют. Взносы дерут по 5 рублей на ассигнации, а на Лысую гору за свой счет. А ведь счет-то немалый, батюшка, пока такси ждет.
Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги. Однако надо было и позавтракать. Обойдя площадь, я обнаружил кинотеатр, где шла Казара, книжный магазин, закрытый на переучет, гостиницу «Студеное море», как обычно, без свободных мест, два киоска с газированной водой и мороженым, магазин промтоварный номер 2 и магазин хозтоваров номер 18, столовый номер 10, открывающийся с 12 часов, и буфет номер 3, закрытый без объяснений. А скажите, пожалуйста, как добраться до Лысой горы? Что вы, гражданин, туда никакой дороги и нету. Кажется, он взял меня на заметку. Когда я допивал второй стакан чаю, до меня долетело слово «Иван». А тогда непонятно, зачем она вообще существует. Это изба на курьих ногах. Никаких тезисов. Мне нужен только один диван. 16-я степень. При трансгрессии только 14 порядков. Я сейчас моделирую транслятор. Пойми, я не могу без дивана. Ха-ха. Диван их, видите ли, волнует. Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут. Я попытался вспомнить, какой у меня там диван, но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хорошо бы вернуться домой и заняться этими диванными делами вплотную. Поэкспериментировать с зеркалом, поговорить с котом Василием на чистоту и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Мелочи у меня не было. Вдруг я обнаружил в кармане пятак. Пропью, решил я. Если им платить. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Это не что иное, как частный случай славутой транспортировки или репогулярный скачок. Прошу документики, гражданин. А в чем дело? И неразменный пятак тоже. Да? Много накупили? Много, 20 коробков спичек. Сдайте. Ага. А вот воду сдать не могу. 5 стаканов с сиропом и 4 без.
Итого 74 копейки. Развлекались или как? Или как? Неосторожно, гражданин, неосторожно. Значит, того с вас 81 копейка. Получить квитанцию. Разменный пятак из филиала музея из Накурнош. Изба на курьих ногах. Его сдаст завтра в музей мой заместитель. Вы надолго в Соловец? Завтра уезжаю. Вот до завтра. И будьте осторожны. Постараюсь. Товарищ сержант, скажите честно, вам здесь, в Соловце, не странно? А я давно здесь. Привык. До самого вечера я старался быть весьма осторожным. И придя домой, залез под машину. Не отвезешь ли ты меня, батюшка, на Лысую гору? Говорят, в машине вредно стоять, говорят, ей ездить полезно. А я уж бы и заплатила, не сомневайся. А сколько туда ехать? 90 верст в одну сторону. А как дорога? Гладкая. А в случае чего я буду машину сама выталкивать. А ты не гляди, что я старая. Я еще очень даже крепкая. Чтобы разом совсем покончить, я запросил с бабки 50 рублей. Она тут же отстала. Не советую, гражданин. Не советую. Съедят. Алло. Алло. Кто это? Нажмите кнопку. Здесь был диван. Я только что на нем лежал. Добрый вечер. Занесло меня сюда, сам не понимаю как. Я насчет дивана. Ах, насчет дивана. Так вы опоздали. Вижу. Придется доложить. Раньше я левитировал как зекс. А теперь вот трудом прохожу сквозь стены. Совсем старик стал. Лет 100 назад, или, скажем, при Горзасте, меня бы за это лишили диплома волшебника. Будьте уверены, Александрович. А вот Кристоболь Хунта не стареет. Просачивается сквозь канализацию по десятку верст. А насчет дивана придется доложить. Я теперь курьером работаю. Таланта нет. Нет таланта.
Заело. В чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет, была скатерть-самобранка, были шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды, было чудо-зеркальце, а чудо-дивана не было. А это еще что такое? Убежден, что гриф говорящий, но он молчал и пахло озоном. Если думать о законе сохранения энергии, а заодно и вещества, то вряд ли гриф и конденсируется из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф исчез на Кавказе или где они там водятся. Если прикинуть энергию Беринуса, то лучше этот цилиндрик не трогать. Напрасно вы это сделали, Александр Иванович. Что именно? Я имею в виду, ум кладет. О чем разговор, я не понимаю. Да вы заходите, товарищ, а то так неудобно разговаривать. Сейчас я сконденсирую. Честь имею представиться, крестовой хунта. Очень приятно, очень приятно. Я смею надеяться, что я вас не слишком обеспокоил. Что вы, что вы, что вы, отнюдь, заходите, пожалуйста. Благодарю вас. Заходите, присаживайтесь, будьте как дома. Спасибо. Угодно чайку? Спасибо. Насчет чайку, я прошу вас извинить меня, Александр Иванович. Я только что отужинал. Так вот, я насчет Унклайдёта. Вы напрасно покрыли его кастрюлей. Ведь он кладет, или как в сказках его называют, волшебной палочкой, он требует особо осторожного обращения. Я смеюсь просить вас, чтобы вы сняли эту кастрюлю. Благодарю вас. К сожалению, железо практически непрозрачно для гиперполя. И вот высокое напряжение гиперполя в малых объемах. Я смею советовать вам, Александр Иванович, больше не прикасаться к ум-кладету, иначе могут произойти очень большие неприятности. Например, гриф. Ну что ж, я больше не буду вас беспокоить, уважаемый Александр Иванович. Поскольку вы обещаете не экспериментировать с ум-кладетом, разрешите мне откланяться. Так, ну, а диван? Диван. Да-да, диван. Диван – это особый универсальный транслятор. Правда, несколько громоздкий, но очень удобный для работы. Ну, правда, эти склоки. Из-за него эти безобразные кинопогони, беспокойство людей и потом пропажа казенного ум-кладета. Меня это как администратора и как ученого очень-очень беспокоит. Однако... Постойте! Постойте, мне так с вами интересно, и у меня есть к вам еще тысячи вопросов. Меня очень трогает ваша галантность, Александр Иванович. Но вы устали, вам совершенно необходимо отдохнуть. Нет, 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 нисколько, даже напротив. Александр Иванович, после суетни вокруг дивана вы устали. Вам необходимо отдохнуть.
отдохнуть, отдохнуть, отдохнуть. И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Стойте! Соберите этого грифа и вместе с запахом. Мальчишка Корнеев, вы забыли здесь ум кладет. Вот этот диван. Это не диван, это транслятор. Для меня это диван. Инвентарный номер 1123. Вот он у вас влажный, Корнеев. Вы что, таскали под дождем, да? Теперь считайте, пружины проржавели. Обшивка сгнила. Ценность данного предмета заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет. Вы мне это прекратите, Роман Петрович, вы вашего Корнеева не выгораживаете. Диван у меня проходит по музею и должен там находиться. Но ведь это же прибор, с ним работает. А этого я не знаю. А я не знаю, что это за работа с диваном. Я имею в виду, что это не есть диван. Или в доступной для вас форме, это есть не совсем диван, это есть прибор, имеющий форму дивана. А вы мне прекратите разные намеки насчет доступности форм. Давайте делать каждое свое дело. Мое дело прекратить разбазаривание, я прекращаю. А на науку вам наплевать, вас отчетность беспокоит. Слушайте, это вы мне бросьте, мы еще соберем комиссию, еще установим, не повреждена ли реликвия. Инвентарный номер 1123. Вот, 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 в таком аспекте. А вы что здесь делаете? Я? Да, вот вы спали на диване. Вы что, заметили, это прибор? Нет, то есть теперь, да, теперь заметил. Модест Матвеевич. Это наш новый программист, Саша Привалов. Ага. А почему вы здесь спите, а не в общежитии? Он еще не зачислен. Тем более? Значит, пусть спит на улице. Вы это прекратите. На это есть общежитие и гостиницы. А это музей, это государственное учреждение. Если каждый будет приходить сюда спать. А вы откуда? Из Ленинграда. Ага. А вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж... Пожалуйста. Модест Матвеевич, вы совершенно правы. Это не порядок. Но сегодня же он будет ночевать у меня. Вот это другое дело. Вот это, пожалуйста. Вот в таком аспекте. Дубина. А ну их всех к черту, я сегодня же сопру диван. Скоро, Саша, ты все узнаешь. То есть? Нам нужен программист. Мне позарез нужен программист. Только прошу без гипноза и без всяких там заколдованных мест. Это не наш пятак! А чей же это пятак? Я не знаю, это не мое дело. Это ваше дело ловить фальшивомонетчиков, товарищ старшина. Пятак был изъят у некоего Привалова, каковой проживает здесь, у вас, в Изнокурноже. У Привалова? Я так и думал, что это ворюга. Вот что, товарищ старшина, встаньте здесь у окна, чтобы он не вскочил. Я не позволю бросать тень на уважаемого товарища Горыныч.
Наташа, тебе надо смываться. Где-то здесь была зимняя шапка-невидимка. А, вот она. Надевай ее и ходу. Где он? Кто? Диван, вот он. Я спрашиваю, где этот ваш программист? Ах, программист, так это же был призрак. Модель АСУ. Повестки не приму. И вообще я не позволю бросать тень на весь коллектив и на товарища Горыныч. Ну, Саша, садись в машину и ходу. И не забудь снять шапку. Теперь ходу в центр. Ну, как тебе у нас? Ничего, только очень шумно. А у Наины всегда шумно. Она тебя не обижала? Нет, мы почти не общались. А куда мы теперь едем? В институт. Зачем? Работать. Я в отпуске. Это не важно. Понедельник начинается в субботу. Август на сей раз начнется в июле. Меня ребята ждут. А это мы все устроим. Ребята ничего не заметят. А что это все значит, вся эта суета вокруг дивана? Диван – это транслятор, создающий вокруг себя М-поле. Говоря проще, преобразующий реальную действительность, действительность сказочную. Тебя спасло только то, что диван работает четверть силы на темновых токах. Иначе проснулся бы ты каким-нибудь мальчиком с пальчиком или котом в сапогах. Для Митьки Корнеева это инструмент номер один. А для Модеста Матвеевича Камнеедова это музейный экспонат. Инвентарный номер 1123. К разбазариванию запрещенный. Витька крадет диван каждую ночь. А деятельность Модеста сводится к тому, чтобы всему этому препятствовать. В общем, поработаешь у нас, все узнаешь, все поймешь. Мне кажется, вам позарез нужен программист. Но нам нужен не всякий программист. А могу я все-таки узнать, где меня вынуждают работать? Можешь. Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Ну что же ты стоишь, загоняй машину. Куда? Ну разве ты не видишь? И я увидел. Но это... совсем другая история. Институт чародейства и волшебства был очень веселым институтом. Здесь занимались проблемами человеческого счастья. Здесь пахло яблоками и хвойными лесами. Здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. В ничего изучались сказки, подкладывали под них научную базу и работали над практическим применением в обычной жизни всех сказочных чудес. Все это я более или менее изучил за полгода работы как программист. И вот наступило 31 декабря, канун Нового года, с которым я поздравляю вас и самого себя. Это говорит уже известный вам Модест Матвеевич Камнеедов, человек могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Вы что, не знаете, что сегодня на городе дальнейшем начальник дежурного института, что обязан обеспечить все помещения, а также не допускать прохождения на территории ни одного сотрудника? Вам ясно? Слушаюсь! Модест Матвеевич сообщил мне, что я сегодня, 31 декабря, в новогоднюю ночь, выступаю дежурить по институту чародейства и волшебства, и чтобы ни один сотрудник не проник на территорию. Осталось 10 минут до наступления Нового года. И тут я услышал. Для нас наука это темный лес чудес. Нормальные астрономы, да,
Хватаем звездочки с небес. В целях природы обуздания. В целях рассеять неучение тьму. Берем картину мироздания. Дай тупо смотрим, что к чему. Витька Корнеев был серьезный работник. Он намеревался осуществить всю морскую и океанскую воду вживую. А вот диван, который, наконец, из избы на курьих ногах переведен в научно-исследовательский институт. Но ничего у меня сегодня не получается. Дурак я сегодня. Диван не работает, и вобла дохнет систематически. А что с ней? А черт ее знает. Ну так, а где ты ее взял? На рынке. Так обыкновенная снулая рыбка. Дубина, вода-то живая. Я и стал соображать, чтобы ему посоветовать. Механизм действий живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иван-Царевиче и Сером Волке. Ладно, пускай скучает. Видал? Когда даю максимальное напряжение, все нормально. Так экземпляр неудачный. Я ж тебе говорю, обыкновенная сушеная вобла. От где бы рыбу достать? Рыбочку бы. Зачем? Поверно, зачем? Ведь если нельзя достать другую рыбу, значит, можно достать другую воду. Не-не-не-не-не. Так не пойдет. А как? Выметайся отсюда. Новый год сегодня. Покинь помещение. Куда? А я знаю, куда. Ты меня слушай. На свете нет ничего одинакового. Вода в воде рознь. Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств. Стоп. Так не годится. Не увлекайся так. Уже первый час, тебя же ждут. Верочка тебя ждет. Давай, выметайся. Понедельник начинается в субботу. Мы маги. Ты пойми, наконец, где ты работаешь. Слышишь? Я понял, наконец, где я работаю и что такое ничего. Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в 12 часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать с изного какое-нибудь полезное дело, чем кушать себя водкой, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было интереснее друг с другом, нежели порознь, которые ненавидели всякого рода воскресенья, потому что в воскресенье им было скучно. Маги – люди с большой буквы. И девизом у них было «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали несколько заклинаний. Они могли превратить воду в вино. И каждый из них не затруднился бы накормить 5 хлебами 1000 человек. Но магами они были не поэтому. Это все чепуха внешне. Магами они были только потому, что многое знали. Знали так много, что количество у них наконец переросло в качество. И они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни. Они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других. Когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И, наверное, их рабочая гипотеза была недалеко от истины, потому что так же, как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну. В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, карьерист и развратник ходят на задних конечностях и разговаривают вполне членораздельно,
хотя круг тем у них сужается до предела. А институт чародейства и волшебства дает неограниченные возможности для превращения человека в мага. И я очень хочу стать настоящим магом, вырабатывающим счастье. Thank you.